вообще все не отыгрывается. Понятно, проиграли. Где-то не повезло, где-то сопернику больше повезло. Не хватило где-то в борьбе сил, там, скорости. А вчера команда играла. Как сегодня вообще чувствовать себя для игры? Два дня подряд играть? Это ну, конечно, сил не так много. Но команда выходила настроена на бой. Как тебе кажется, в чем сегодня, может быть, уступили, в чем соперник был сильнее, почему выдалось это всем? Где-то в борьбе плохо сыграли, где-то скорости не хватило. И реализация моментов у нас была плохая, соперника было лучше. Расскажи про свой гол, шикарный проход. Как вообще так получилось? Ты его часто отрабатываешь, такие выходы? Ну да, хорошо, шайбу проткнул. Побежал, укрыл корпусом и бросил вратарю под мышку, она залетела.